Добрый день, меня зовут Катерина. Я являюсь участницей курсов, скайп-курсов английского языка с Антониной Брильковой. Вот, и решила сказать несколько слов о ее курсах. Чем меня привлекли вообще курсы английского языка у Антонины? Тем, что, во-первых, они проходят онлайн, тебе никуда не нужно ходить, вот, одеваться, тратить время на дорогу. Для меня это важно, поскольку я мама двоих маленьких детей, и все должно быть максимально просто и удобно. Вот. А во-вторых, на Тониных уроках складывается такая дружеская атмосфера. Мы каждый урок начинали с того, что обсуждали, как у кого прошел предыдущий день. Вот. Узнавали друг о друге что-то новое. Естественно, все это на английском языке. Вот. И это приучало уже думать на английском языке, то есть ты идешь на очередное занятие, вот, вспоминаешь, о чем ты сейчас будешь говорить, продумываешь про себя и как бы составляешь английские фразы, и постоянно у тебя вот мозг работает в таком вот режиме, вот, не дает тебе расслабиться. Плюс занятия 3 раза в неделю, это, мне кажется, самое оптимальное. Вот. Во-вторых, в-третьих еще меня привлекло то, что у Тони очень интересные задания, такие неизбитые, что, например, на одном из уроков мы слушали песню Майкла Джексона, а потом там по заданию разбирали слова. Вот. Грамматика дается в очень такой удобоваримой форме. Вот. Естественно, правила, без этого никуда. А потом многочисленные повторения этих правил, уже закрепление на материале. Вот. Так что, если вы думаете над тем, полезны ли вам будут курсы, скайп-курсы английского языка, вот, то я смело могу сказать, что они ничем не отличаются от обычного схождения к репетиторам, вот, а из плюсов то, что вы не тратите время на дорогу, вот, а знания получаете те же. Вот. Плюс Тоня сама замечательный, отзывчивый человек, поэтому смело идите, записывайтесь и начинайте обучение английского языка.